Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема урока «Что такое части речи?». Итак, давайте посмотрим и прочитаем слова. Читаем слова первого столбика «Лес», «Снежинка», «Солнышко». Слова второго столбика «Темный», «Легкое», «Яркое». И слова третьего столбика «Зеленеет», «Падает», «Светит». Эти слова распределены в три столбика по следующим признакам. В первом столбике слова отвечают на вопрос «что?». Во втором столбике на вопрос «какое?» или «какая?» или «какой?». А в третьем столбике на вопрос «что делает?». Слова первого столбика обозначают предмет. Слова второго столбика обозначают признак предмета. А слова третьего столбика обозначают действие предмета. Итак, мы будем сегодня говорить о словах разных частей речи. В русском языке слова объединяются в группы, которые называют частями речи. Каждая часть речи что-либо называет или обозначает, или предмет, или признак предмета, или действие предмета. У каждой части речи есть свое название, имя существительное, имя прилагательное, глагол и другие. Итак, давайте повторим еще раз то, что мы сейчас с вами изучили. Все слова делятся на следующие. Слова – название предметов, слова – название признаков предметов и слова – название действий предметов. Слова – название предметов отвечают на вопрос «что» или «кто» и являются именами существительными. Слова, которые обозначают признаки предметов, отвечают на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие» – это имена прилагательные. И слова, которые обозначают название действий предметов, отвечают на вопросы «что делает», «что сделает», «что делают», «что делали» – это глаголы. Давайте прочитаем следующее предложение. «Ранняя гроза предвещает дождливое лето». И определим, к какой части речи относится каждое из данных слов. «Ранняя» – «какая» – это прилагательное. Существительное. «Гроза» – «что» – это существительное. «Предвещает» – «что делает» – это глагол. «Дождливое» – «какое» – имя прилагательное. «Лето» – «что» – имя существительное. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под